Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, мы продолжаем играть с вами в Вальхейм, и я не понимаю, что нам делать. Нам нужно что-нибудь сделать, нам нужно, если честно, как мне кажется, разведать обстановочку. У вас нет такой мысли, то что нужно реально куда-то попытаться продвинуться, пролезть, найти нормальное место, а не вот это вот, потому что, ну, это прям какое-то позорище, построить себе все самому, хоть как-то, чуть-чуть, маленечко, да обустроиться. Я думаю, это правильная мысль. А еще нужно подготовиться к этому выходу, потому что непонятно, куда нам идти, вообще непонятно. Так, давайте-ка сейчас быстренько заготовимся, жратву хотя бы чуть-чуть. Все, пусть готовится. Ну, в принципе, дерево мы можем там нафармить. Да и все остальное тоже. Вот мы грибы, допустим, можем жрать? Да, можем. Слушай, исцеление тут у нас. Ну, это понятно, кожаные обрывки, это тоже понятно. Давайте-ка посмотрим, что мы еще можем сделать. Тихо, прыгай. Так, мотыга, факел, холощеная тумика. Вес, качество, прочность, качество. Так, лук, деревянный щит. Может еще, конечно, сделать, но у меня есть лук, в принципе. И на него 44 стрелы. И еще 11, того 55, а это дофига. Поэтому, я думаю, можно выдвигаться. Так, куда мы пойдем? На север, на юг, куда? Ну, там, наверное, будет холодно. Пошлите, давайте на юго-восток. Тихо. Вроде юго-восток, пошли. Просто будем бежать, 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 еще раз бежать. Так, нам надо бы пожрать на самом деле. Так, использовать трофей олень с чем? Так понятно, с чем, с той фигней, с тем большим камнем, но что-то он не хочет. Ладно, бежим, 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 бежим. Смотрим, что у нас тут есть по сторонам, быстренько осматриваемся. Пока одни деревья, сплошь деревья, непонятно, непонятно. Не, реально непонятно, вам понятно? Мне вообще непонятно, куда идти, блин, я забыл поставить чай. Стрим без чая. Ой, стрим, запись без чайка, без кофейка. Ну такое, ну такое. Восстанови свою выносливость. Я сейчас подумаю, как мне это лучше сделать. Так, камень, 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 это хорошо. Камень это прочность, камень это сила. Так, бежим, 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 бежим. Еще какие-то ягодки. Я говорю, еще какие-то ягодки. А это та же самая малина. Хорошо, хорошо. Берем малину. Берем, берем. Кушать, кушать. Ом-ном-ном. Хорошо. Кушать вкусно, кушать много. Нам нужно какое-то плато ровное. Более-менее без деревьев. А это что? Это море? Так, хорошо. Здесь есть вода. Йо. А это что такое? Это типа ветвь. Этого, как она называется, сейчас вспомню название, Эгдрасиль, всемирное древо. Уэу! Тихо, иди сюда, тихо, 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 пошел отсюда, пошел отсюда, мое, все мое, 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 моя малина, понял? Надеюсь, здесь можно рыбачить, мы можем так рыбку ловить, можно, кстати, реально построить дом здесь, тут, ну не то чтобы прям идеально ровно, но вот прибережная часть ровненькая. Тихо! Пошел отсюда! Трофей Никс. Что такое трофей Никс? Так понятно. Здесь страшные опасные лягушки. У нас. Отстань! Отстань, отстань, отстань! Уйди, уди, 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 уйди от меня! Уйди от меня! Так, бегаем, смотрим, бегаем, смотрим, бегаем. Ищем. Давайте пробежимся вдоль берега, я не знаю. Я не понимаю вообще, как здесь карта. Я другие прохождения не смотрел, стримы не смотрел. Я нифига не понимаю. Опа! А здесь, в принципе, и ровненько, и кабанчики есть, а кабанчики это мясо и кожа. Слушайте, тут хорошее место, тут можно заселиться, я считаю. Довольно ровно есть выход к воде. Красивый вид. На, все. Мясо. Мясо есть. Мы же взяли мясо, все мясо, отлично. Отлично, так, иди-ка сюда. Иди сюда. На. Тихо, тихо. ХПшечка падает, да, кстати, я понял, где ХПшечка, она справа внизу. Слева. А почему ты отмечен? Почему отмечен золотым? А у тебя что-то крутое есть или что? Нет, нету. Так, начинается ночь. Начинается жим-жим. Жим-жим. Так, что здесь написано-то? Это земля твердая. Твердая дика. Но нам, попавшись сюда, еще труднее. Странник, найди утешение в дарах перед тобой, в добром дереве и камне, в лесных плодах и цветах. Взгляни также на колонов, которые бродят по этим землям. Они боятся огня и человека, но их можно приручить. Тихо подойди и покорми их. Они любят коренья. Я могу свинку приручить. Свинку? Хорошо. А где мне взять коренья? Корень. Может, одуванчик? А как тихо? Ниндзя. Ну, кабанов-то тут уже нету, блин. Ладно,
Ладно, ладно, ладно. Блин, без чая так вообще не круто. Ладно, попробуем приручить свинку. Нам сказали приручить свинку. Значит, мы приручим свинку. Она будет нашим лучшим другом. Или мы сделаем фиг, как в Майнкрафте. Просто, чтобы они... Вы поняли? Так, понятно. Выносливость у нас на исходе. Одуванчики. Но по идее, если они любят коренья, как написано там было, и... Что-то красненькое. Что это? Что это? Почему красненькое? Волшебный камень, потом к нему вернемся. Так вот, если они любят коренья, и там были одуванчики, значит, надо дать одуванчик. Вон, я вижу свинку. Тихо. На всякий случай, давайте жранем чего-нибудь. Где мясо? Вижу. Все, мясо есть. Больше не съесть, да? Одуванчик со свинкой, конечно же. Со свинкой. Убери. Свинка. Ай, тихо. Ну я что, знал, что ли, так, что так нельзя, а? Мне холодно, блин. Ладно, сейчас вернемся домой. Я-то думал, можно что-то едать. Мясо где? Ну ладно. Нет мяса, так нет мяса. Ну тогда продолжим наше исследование позже. Давайте вернемся. Ну, блин, куда нам возвращаться? Я не помню, нифига. Я потерялся. Я нашелся. Какой-то маленький островок, кстати. Судя по всему. Пошел отсюда. На еще. Все, гуляй. Серу дай. Дал сол серу. Серу дай. Все, серу взяли. Так, а еще там лягушки орут. Лягушки мне не нравятся. Лягушки очень какие-то эти опасные. Эти обрыгаловки. Что это? Одуванчик. Как мне одуванчик дать свинке? Или какой корень мне нужно дать свинке? О, бля, я знаю. Нет, это семена булка. А чё жрут свинки-то? Я не помню. Каштаны? А каштан растет на кедре? Или на чем? Где? Я не помню. Так, давайте-ка вот так возьмем. Будем леголасом. Прежде чем до нас добегут, мы успеем пару стрел хотя бы всадить. Если, естественно, я не промажу. Так, а тут что-то, кстати, мы закрыли эту часть, смотри. Реально закрыли. Тут ничего больше нет, да, я так понимаю? Никаких там камней непонятных и так далее нету, да? Блин, было бы здесь древо из... Я думал, арка. Было бы здесь древо технологий, я бы хоть как-то понимал, куда нам двигаться. А так я не понимаю, я просто бегу, просто исследую, просто делаю, что даю. Так. Кто это? А чё ты такой сильный? А выносливости нету. Ах ты! Тихо! На! Гуляй, Вася. Хорош. Пошли. Ну, побежали. Что это? Еще камень? Он здесь был раньше? Я его не помню. Хотя я здесь не проходил, а проходил рядом. Где трава растет под ногами, и небо над головой голубое, всегда будет очаг и дом. Так, то есть ты мне предлагаешь типа здесь дом шарахнуть, да? Кстати, ну относительно ровная поверхность, но блин, это просто такой маленький полуостров получается, или нет? А, тут река, извините, тут река. Неправильно. Что делать-то? Делать-то что, ребят? Пишите в комментариях, что делать. Как посадить бошку этого оленя на... Точнее, не голову, прошу прощения, не дай бог. Как посадить трофей? Что это? А что сделать, Сера? Или что это? Древесина? Что это? Ну, давайте-ка попробуем так, я не знаю. Вряд ли он будет жрать это, конечно. Семена бука. С хрюнделем, конечно. С хрюнделем. Иди сюда, хрюндель. Что? Блять, я-то думал. Собака, а? Иди сюда. Достал. Я-то думал,
Тебя покормлю, ты станешь моим другом. А думаю, ты решил взять и напасть на меня из-под тишка. Я к тебе со всей любовью, со всеми чувствами просто вот, вот протягивал тебе эти семена вот этого вот, вот непонятно, что там растет. А ты так мне отплатил. Ну, хоть камень собрали. Надо поспать. Надо поспать. Нет, не мне, ему. Чтобы был день, чтобы нам было тепло. Здесь огонь, здесь нам хорошо, здесь нам хорошо. Так, все, спать. Спать, дружище, давай сделаем мотыгу или что там. Попробуем возделывать землю. Может, ну, у нас получится посадить малину или как она там называется. И, блин, чай. Чая нет-то, а? Не, я так не выдержу. Я без чая не могу. У меня чай либо кофе. По-другому никак. Так, приготовить. Третий день, а мы все голодранцы с голой жопой. Так, ладно, идем сюда. Сейчас будет все серьезно. Мотыга. Вместо этого факела. Так, поднять землю поло... Че? Поставить и удалить меню строительства. Мы ж два, что? Да ты че? Так можно было? Приветствую, воин. Приветствую, пернатый. Да выйди ты. Этот инструмент используется для возделывания почвы, а также где идеально дополнение к моу. То используя его, чтобы расчищать землю и изменить ландшафт, строить на ровной местности проще. Я это понял. Ну тогда что, строимся здесь? На месте нашего респа, так сказать. Давайте попытаемся выровнять землю. Так, это я так выравниваю, хочешь сказать, да? Древние силы не пускают вас до... В смысле? Я понял, все. Все, 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 я понял свою ошибку, все. Сейчас выровняем. Выровняем и вшарахнем тут дом. Ну хоть плоскость-то поймали? Я не могу посмотреть. Мне нужна плоскость ровная, ровехонькая плоскость нужна, понимаешь? Ровная, ровная нужна плоскость. Как этот булыжник убрать отсюда нафиг? Мне бесит. Давай. Я эту серию назову ландшафтный дизайнер, пожалуй. Давай, 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 давай. Выравнивай, да выровняй ты. Ё-моё, да ты можете пожрать, а. Иди сюда. Иди что говорю. Так, кушай. Еще. Не хочешь? Так, я вроде выравниваю, но не выравниваю. Давайте попробуем что-нибудь. Нет, она не ровная. Ну хотя... Нет, слушай, вроде ровнее становится. Вроде потихонечку, полигонечку, но ровнее становится. А это что за камень? Что он показывает? Он показывает вверх? Странно. Ладно. Блин, этот камень меня бесит, он мешает вообще мне очень сильно. Ладно, пошли разберем все, что у нас есть там, и соберем это все здесь. Нормально, нормальные стены, нормальный пол, все по-нормальному, чтобы было все по красоте. Так. Как разобрать? Удалить. 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 А, отсутствие требуемого ремень. Ну, конечно же, я ж только так могу... Пролюбиться в этом плане. Так, жертва. Эй, жертва. А, точно. Новый материал. Уголь, знак. То есть я могу теперь делать уголь. Только вопрос зачем. И ставить знаки. Вопрос для чего. Так, вот наше это. Тихо. Мне что нажать-то я не помню. Вот это мне нажать. Ремесло, дубина, крафт, молот. Так. Не помню, какая кнопка. А, все, помню. Нет, не помню. Стоп. Соединение параметра. О, ладно, ремесло. Вот эта хрень понеслась. Теперь, внимание. Деревянный пол. Это типа ровно, ты хочешь сказать? Это уровень? Ты видел уровень? Блин. Не, пацаны, это вообще что-то как-то обидно, грустно. Так, тихо, отдай сюда, отдай.
Так, как мне сделать все ровно? Давайте это наш, будет наша отправная точка, да? Вот отсюда понеслась и переключить. Что? Так можно было? Я понял, как это работает. Почему не могу? Древние силы не пускают вас дальше. Ну, я если хочу. Опа! Опа! Пошла! Пошла! Пошла, родная! Древние силы не хотят меня пускать дальше. Ладно. Так, где тут стена должна быть-то? Вот это я... Так, ладно, хорошо. Хорошо. Я понял, древние силы со мной не дружат. Мы отсюда уезжаем. Мы отсюда уезжаем, все забираем. Все, древние силы, больше мы с тобой не увидимся. Так, верстак, ты тоже отсюда уходишь? Сейчас мы разберем тот дом и тот дом. Где тот дом? Вон, да, все верно. Так, теперь мы должны поставить здесь верстак. Верстак. Я можешь прямо здесь заселиться. Ай, сколько всего хочется сделать, я не понимаю, что хочу. Так, стоп, давайте сделаем так. Посмотрим, что у нас здесь. И побежим туда. Да. На юго... На юго-восток. Да, на юго-восток, то бежали на юго-запад. Все верно. Так, тут какая-то шляпень опять. А что тебе надо? Peace of Bow, что-то там. Ловите его сородичей. Стоп, подожди. А это не то, что я думаю случайно. То есть сейчас, в данную секунду, я должен все кое-что положить. Я знаю, что. Я знаю, что. Победа! Победа, друзья! Я одну загадку разгадал. Так, с оленем мы разобрались. Стоп, а там же кто-то жесткий должен появиться вроде, если... А да, там реально жесткий кто-то должен появиться. Если мы это откроем, должны его будем победить. Или победить. Победить пусть будет. Чай я хочу. Ой, чай это хочу, а. Жрать хочу. Так, нам нужен просто один олень. Один. Один трофей, точнее, с него. Чё здесь все в холмах? Вот это все, вот это как мне строится тут, а? Это мне нужно расчищать площадку полностью просто, чтобы здесь что-то построить. Просто полностью вырубая деревня, деревья. С камнями что делать? Непонятно. Ох, игра, ох, игра, ох, игра. Так, жрать больше нельзя, я понял. Так, ну, здесь хотя бы светло. Так, я вижу какой-то камень еще. А что такое блюр? Почему такой блюр? А, это центр, от которого отходят, типа, в разные стороны. Ого, тихо, разогнался парень-то как, а? Втопил, вижу. Ну, так, это мы можем прочитать, да? Давай-ка. Меня звали Астри, защитница леса. Я ничего не знаю о своей жизни до того, как попала сюда. Но моя рука помнит меч, а мои глаза видят направление стрел. Теперь меня ведет ворон, и я сражаюсь с великими чудищами во имя Одина. А это что? А это чье? Это что? И это для чего? Непонятно. Непонятно! Там бежим-то. А, мы здесь были? Как мы здесь были? Я не помню этого места. Оленя, дайте мне. Мне нужен трофей, чтобы я не знаю, что там будет со мной дальше. Один услышал меня. Один, услышь меня еще раз. Отлично. Еда. И мы сможем сделать и деревянный щит. И идти прям... О, слушай, надо подготовиться. Надо-то подготовиться тогда. А где? А где? Есть! 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 Так, сколько у нас кожи? Да, ребята, мы можем сделать теперь себе этот щит. Так. Мне нужен верстак. Верстак, говорю. Говорю, верстак, блин. Принесло. Отстань. Так, да отстаньте. А! Ладно. Стой. Вот так вот.
Вот так. Все. Мы тебя разрушили. Мы тебя разрушили. Там есть здание большое. Мы ему доделаем крышу. И пока времянка наша будет находиться там. Мы хоть в ту сторону бежим? Да, в ту сторону. Я не знаю, что нас там сейчас будет ждать в плане противника. Ну, давайте испробуем, что ли. Блин, это будет страшно. Мне страшно, ребят. Я не знаю, что там будет. Меня либо грохнут, либо... А где? Все, вижу. Ну что, ребят, вы готовы? Вы готовы? А я нет. Так, понеслась. На счет три. Раз, два, три. Че? Это как работает? Я что приносил? Ты издеваешься? Камень, ты решил надо мной пошутить? Это будет наше первое подношение и ландшафтный дизайн. Выравнивать местность тут, конечно, такое себе, я вам скажу. Мне категорически не нравится это делать. Вот в Майнкрафте понятно. Кубик, кубик, ровно, криво. Все. Тут, блин, с уровнем бегать надо. И оленя искать. Пытаемся на звук. Нет тут оленя. Это что за палка? О, древесина. Так, и здесь вода, да? И там вода. То есть получается это все... Да, понятно. Тут либо большое продолжение, либо фиг его знает. Короче, ищем оленя вдоль берега. Ближе к лесу. Да, ищем так. Я не знаю, где его найти. А я не знаю, его сейчас спавнится или нет? У них конечное количество или бесконечное? А, эти лягушки. Пожри ты, успокойся. Ты не можешь жрать, и так все долго восстанавливается. Кстати, что у нас там по навыкам? Прыжок, бег, повышение скорости, расход выносливости во время бега. Понимаю, понимаю. Будем бегать как флеши. Ребят, стреляем глазами, ищем оленя. Я после стриба, где я, блин, искал... Ой, там что-то есть. Где я искал эти трещины в астероидах, блин, в темноте. Глаза готовы, глаза научены. Так, это штука, которую читать по-любому. По-любому. Поблагодарите Фрею за дождь и солнце, за ростки, прорывающие сквозь земли, и за плоды виноградной лозы. Поблагодарите Одина за плоть и кости. Дым от костра, теплую шкуру и силу ваших. Игра хочет, чтобы я вирус сменил или что? Так, моста тут нет. А наш герой-то плавать умеет? Никого нет. Давай. Пошел, пошел, пошел. Пошел. А если выносливость закончится? А если выносливость закончится, то я утону, да? Я понял. Он такой брод, мы можем переплыть. Я кого-то видел. Я кого-то видел. Я тебе говорю, видел. Да по-любому видел. Да видел же. Я что, камень видел? Сырость, да. Так, а мы убрали верстак, да? То есть, если что, мы сможем остаться здесь поспать. О, жратва. Жратва люблю, пожрать все любят. Всем нам нужна еда, кислород, вода и сон. Но кому-то в разной степени. Компенсирую едой. Так. Я вижу халупу, да. Ну, ой, как все потаскано выглядит. Дверь-то есть, двери даже нет. Но есть крыша! Конечно, не супер. Но какая есть. Вон еще, вон симпотная. Давай. Давай! Так, есть два. И есть избушка у леса. Ой, у реки. У реки, у реки, у реки. Или что это? Река, море, непонятно. Да прыгай ты! Камень. Камень. Давай. Я хочу кушать. Ладно, уплывай. Блин, а как? Ух ты, тихо, тихо. Тихо, свинтус. Иди сюда. На... Какой, а? Смотри на него, а? Какой смелый. Все.
Мне бы копье какое-нибудь, я не знаю. А не вот это вот все. Что это? А, ладно. Новый чертеж. А как это я вот так получил, интересно? Чё там? Чё там для рубки? Так, мы можем здесь сейчас сделать верстак и поковырять. Тихо. Все, это есть. Что это у нас? Колода для рубки. Дубильный станок. Мебель, блин. Коврик. Тихо. О. Так, мотыга, молот, каменный топор. А, кремниевый. Кремниевый нож. Заточенная кремния, надежная вещь. Это какой-то инструмент. И вот что мне надо. Мне нужно кремниевое, блин, копье. Фермерский инструмент, мотыга. Так. Так, щит сюда. Шик. Ай, блин. Ну что, возвращаемся. У нас вариантов-то, собственно, нет. Да. Ты можешь разобраться. Все. А я еще и пол разнес. А нет, пол не разнес. Так, а где мне взять-то кремень? Кремень, кремень, кремень. А он так же валяться, что ли, будет? А, ну да, там же что-то валялось, я и подобрал. Не, ну это обычные камни. А мне нужен кремень. Я хочу копье. Типа от количества собранного мной материала зависит еще и продвижение по игре. Прикольно, нравится. Это игра со мной надолго, ребят. Это вам не Майнкрафт. Это новый Майнкрафт, да еще и сюжет. А подземные тут можно строить? Я обожаю строить подземные эти логовы и так далее. Там дом гном, вот эти подземные города. И ой, как я кайфовал. Но об этом потом. Так, берем, берем, все берем. Я какой-то активный. Надо почаще записывать видосы в 9 утра. Это что это сейчас было? Что это, споткнулся или что? Так, возвращаемся. Ой, не туда бегу. Мне ж туда. Пожрешь? Ой, пфф. Мой персонаж же, конечно, он пожрет. Так, кстати, по поводу щита. Делаем... Вот так вот. И мы вообще готовы просто на все. Вообще кайф, круглый щит. Все, у меня Капитан Америка. А его постричь можно будет? А волос покрасьте. По кайфу уже будет. Или нет? Ой, вебка начала нормально работать. Свершилось чудо! Ну что, прыжок веры? Давай, 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 красавец, красавец, ну, красавойла, красавчик, молодцом, давай, давай, как Геральт из Ривии, самой большой горы, только не убейся, я тебя прошу, давай, давай, о, мой хороший, ой, молодца, ой, молодца, а это кто? Ну-ка, давай, ох ты хорош, давай еще, ой, все, будем танками. Ой, так можно даже? То есть я под щитом стою и бью, когда захочу? Кайф, ребят, все. Я буду бегать щитом и этим молото-топором. Это... Это те лягушки. Это те опасные лягушки. Обходим их, пацаны. Они там толпой как налетят, разорвут. Я чая хочу, не могу. Я продержусь еще, конечно. А у меня вода есть, Вода, вода, вода. О-о! Нет, 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 нет. Все, слава богу. Так, олени, мне вы сейчас вообще не интересны. Я получил трофеи. Все. Занимаем сейчас тот дом, который рядом с... Вот с этой штукой. Он где-то здесь вот был. Или это вот здесь. Тут дома исчезают, или мне кажется? А это что за место? А это что за место? А оно тут было? Я не уверен. Так, мне кажется, у меня глюканы уже начинаются. Я не помню это место. За этими, блин, деревьями нифига не видно. Вообще. Вот тут был дом. Куда он делся? Вот тут был дом. А он исчез. Ой, ребятушки, ну шо ж, поехали.
Вы приносите жертву. Ой, понеслась, 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 понеслась. Давай, 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 давай. Кто? Кто, мне? Тихо, 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 брателло. Тихо, давай поговорим. Это что-то жесть какая-то. Я понял, чью голову нам нужно-то засунуть. Я все понял. Ёп. Тихо! Мне бы сейчас клубнички пожрать, я думаю. Давай, гаси его, гаси нахрен. Ёп. Так, 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 так. Ты можешь стрелять, пожалуйста, я тебя прошу. Ты можешь выстрелить. Стой, 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 стой. Я не... Ай, тихо, за бревно, за бревно, за бревно, за бревно. Бежим, бежим, нахрен, бежим, бежим. Ничего. Где клубничка? Да, клубничка, иди сюда, пожалуйста, клубничка, пожалуйста, захиль меня, пожалуйста, клубничка. Давай, жри, 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 жри. Малина больше нельзя. Я тебя сделаю. Стоп, подожди, а если щит? Блядь. Ладно, щит не сработал. Но будем честны, я держался хорошо. Я держался хорошо. Ладно, одну загадку мы разгадали. Там олень. И я олень. Что, попёрся на него? Ладно. Ладно. А это где я? А, я свой дом уже не разрушил до конца. Ой, я и забыл. Нет потери навыков? Отлично. Почему нету? А как так? Пойдемте к своему трупешнику. Чё? Чё нам остается? Холодно, понятно. Приветствую, воин. Каждый раз, когда повержена небольшая часть ваших способностей, вещей будет потеряна на месте. Если вы хотите перемещаться домой из любой точки, я бы порекомендовал построить кровать. О, какой спешной вороненок. Шутник, однако. А он что, здесь навсегда теперь? На! Давай. Да, ща, ёп! Бежим, бежим срочно просто, бежим, собираем манатки, валим отсюда на другую сторону реки. Или что там, блин, я не помню. Быстрее, ё-моё! Это не наш труп. Где, 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 где? Быстрее, пожалуйста, быстрее, там столько вещей, пипец, просто сколько вещей. Все, предметы восстановлены. Пожалуйста, я тебя прошу, ты можешь просто убежать, пожалуйста, пожалуйста, убеги, беги нахрен, дебил. Беги, беги, Форест, беги. Пожалуйста, беги. Я тебя умоляю, беги, не останавливайся, не останавливайся. Эта дурь над... за нами, бежит, беги, беги нахрен. Жри, жри все, что есть. Жрай. Домик, 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 быстро в домик, в домик, в домик, в домик. Быстро, быстренько, мы тут в защите. Нет, мы тут не в защите, нет, 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 нет. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. На скрин возьму. Бля, скрин не сделал. Не та кнопка. А, я встал на месте, черт. Ой, хорошо, скрин был хороший. Может, получится превьюху сделать. Бежим, бежим, пожалуйста, бежим. Эта игра меня удивила, скажу прямо. Да, я не ожидал от нее такого поворота событий. Да, 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 да. Кто бы что ни говорил, игра прикольная. Очень страшно, блин. Так, ты же мне дом не разнесешь. А я еще быстро спать лягу, да. Я возьму и лягу спать, все. Все, монстров нет, никого нет, я сплю. Ё-моё, а что делать-то, если враги поблизости? Это он в дом не зайдет. Инфа сотку. Стоит. Он в дом не зайдет. Давай! Иди сюда. Я сейчас тебе покажу, как пацаны играют. Где ты? Тихо. Давай, кто кого, еще и горит. Давай, давай, собака, иди сюда. Эй, Ктюр, иди сюда. Фью. Опа. А вот это мне не понравилось. Мне так здание может разбить или что? Как его просто победить? Объясните. Я же не победю его. Чего не делай, все еще трясется, нифига непонятно. Страшно, сжимается все, что только можно. Лом крутит. Так, тихо, обратно, 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 обратно.
Я еще галуш. Иди сюда, у меня тут есть огонь. Давай. Кайф же. Ну кайф. Давай. Ёп. Вот тебе бляшку. На тебе еще. Давай, тут еще кострок у нас. Кострок горит, кострок горит. Давай, давай, давай. У меня много стрел, дружище. Эйктюр, давай. Хопа. Вот, отлично. И огонек. И вот так. Тихо, тихо. Стены выдержите? Все, выдержали. Ну, кажется, на грани. Что-то их покрутило немного. Или они так и были покручены. Тихо. На, еще раз. Что теперь делать? Что делать-то? Так, тихо, без паники, без паники, без паники, без паники, без паники. Дымы кисель, дымы кисель, дымы кисель, дымы, 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 дымы. Так. Ты давай там бегай. А я пока сделаю стрелу. Ты сделал стрелы? Чего ты сюда пялишься? Уходи, это мой дом. Это мой дом. Понял? Так, нет, стоп, не понял, не понял. Да как убрать-то? Так. Я что, стрелы выкинул? Я не мог. Я не мог. Я не мог так поступить сам собой. Вот они же. Ну давай, стреляй. Ну чё ты? А, ты сломан, блин. Иди сюда. Давай, хедшот. Иди сюда. Иди сюда. Я тебя сделаю. Я тебя сейчас порву, понял? Холодно, горячо, неважно. Главное то, что мы дамажим его. Дамажим потихоньку. Тихо, 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 тихо. Обратно, обратно. Тихо, тихо. А как мне его скриншот? Ух ты, ёп! Я каждый раз обсираться будет, походу. Так. Так. Ну ладно, ладно. Я не супер игрок. Я не скилловый парень. У меня нет брони. Нет копья. Ничего нет. Я с голой жопой, луком и деревянными палками иду на какого-то непонятного громадного волшебного оленя. Так, ну это хорошо, что мы все восстановили в плане предметов, но... Вы думаете, я остановлюсь? Нет. Я его сделаю, поняли? Я его сделаю. Сюда иди. А что это? Он все-таки разрушил? Это разрушаемое? А что тут все повалило-то? А что так все грустно? Тихо. Ай, блин, сам подпалил свою жопу. Так, семерочка. Семерочка, говорю. Семерочка. Малина больше не съесть, ладно. Так, тут еще что-то валяется, я вижу. Много всякого интересного. Готовимся ко второй вылазке, пацаны. Ко второй вылазке готовимся. Ландшафтный дизайнер серия переносится на следующую. У нас тут серьезное дело. Одевай штаны. Хватит с голой жопы бегать. Ты одел? Походи. А, это убирается, я понял, одевается, убирается, одевается, я понял. Так. Так, стрела. Сколько у нас дерева? Давайте еще сделаем чуть-чуть стрел. Схема такая же. Подбегаем, бежим сюда, пытаемся выжить. И разносим его. Разносим просто. Да холодно, не холодно, наплевать, начхать. Надеюсь, у него здоровье не установилось. Тогда это будет долго и поное. Вот это я понимаю. Вот это... Это что сейчас будет? А это сохранение такое будет, да? Вот это скилл. А,
я попал! Я попал! Тихо, 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 тихо. Что-то я заигрываюсь. Тихо, 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 братиш, тихо, тихо. Нормально, нормально. Пара стрел осталось. Пара стрел всего лишь. Чуть-чуть, чуть-чуть. Так, бежим. Все, бежим. Все, 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 я понял. Я понял, я понял свою ошибку. Понял, понял, каюсь, каюсь. Все, 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 все. Так все просто будет. На! Еще, еще, давай. Одну, одну. Последний бой. Пошел отсюда. День четвертый. Я убил какую-то срань огромную. Кирка из Оленьего Рога. Я счастлив. Ой, ворон, не до тебя сейчас. Водички. Игра кайфовая, мне нравится. Продолжаем. Вернитесь к жертвенным камням с трофеем павших и принесите его в дар богам, чтобы те оказали вам милость. Ага. Ща. Где эта олень? А. Да знаю, я знаю. Ох, что-то я понервничал. Так, один из 20. Вас там что, 20? Активировать силу. Ух ты ж, слушай, как полетели огоньки, смотри, а. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это же превьюхи, пацаны, это же превьюхи. Ваша способность бегать и прыгать улучшается. Расход выносливости прыжки минус 60, расход при беге. Активировать. Кайф. Вам дарована сила Якитюра. Используйте при необходимости. Ваша следующая цель — обитая в Черном лесу. Идите туда, исследуйте земли, чтобы найти затерянные сокровища и ресурсы. Древний ждет. Кто такой древний? Так, подожди. А где, где, какой лес? В каком древнем лесу? В каком древнем лесу? Так, ну я знаю точно одно. Нам нужно как-то переехать. Да, я думаю, сейчас мы и переедем, собственно. А, это не рубится, да? Нужно переехать, у нас много ресурсов. Мы много чего можем сделать. Так, кроме этого. Берем ресурсы, валим отсюда. Какой-то древний лес. Это луга, да? А нам нужно в какой-то лес. Какой лес? Это что? О, типа туман такой загадочный. Типа strange туман. Вот такой вот. Слушай, давно мне игры таких эмоций не давали. На самом деле, мне она нравится, ребят. Вы можете посмотреть по предыдущим моим прохождениям различных игр. Я, ну, такой, не такой эмоциональный. Либо это все утро, птички поют, как все остальное. Хороший завтрак плотненький был несколько часов назад. Так, разбираем. А. Ты что сделал? Ай-яй-яй, я использовал сил на F, я понял. Подбирать на другую. Какой лес-то я так и не понял, мне надо. Слышь, это моя земля. Все. Так, ладно. Только 50 дерева. Это ж сколько. О, как он щитом стоит, кайфово. Ой, все. Все. Warcraft первый прям. Приятное испытание. Ну не первое, которое вы поняли. Которое выходило еще давным-давно. Именно онлайн игра. Может знаете, может не знаете. Не, по-любому знаете, но не знаете, как она выглядела. Так, все взяли, да? Да, 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 бежим. С щитом и топором, как настоящий викинг. Нравится, нравится. Так, подожди, а может быть, может быть, может быть, может быть. Что это? Так, это не то. Так, это голова кабана становится красивым крушением любого дома. Трофей олень, трофей никс, но это не то. Это не то.
Двигаться-то куда? Там какой-то лес был. Тут есть какие-нибудь задания? Мне нужно что-нибудь, вот я не знаю. Не знаю, надо вот, дайте, нужны настройки, наверное. Управление. Автоматический бег, переключить на шаг, сесть, инвентарь, карта, мышь, приблизить, отдалить, предыдущее строение, следующее. Использовать пробел. Так. Нету. А вот нету. Ну нету, если. Ладно. Допустим. Бежим прямо. Сила восстанавливается, я понял. Бодрости у нас предостаточно. Но мне кажется, я бегу не в темный лес. Там темный лес или как? Я потом в итоге я пересмотрю на монтаже, вот это на рендере все это. Я вот гляну, как это называлось правильно. И мы, естественно, не потеряемся с вами. Это 100% инфосотка. Со мной вообще не заблудишься. Вот, хоть в лес, хоть куда угодно. По грибы и так далее. Так, я вижу ровную поверхность. Гуляй. Дуанчики, гуляйте. Гуляйте. Гуляй. Нормально. Бежим. Ой, это, наверное, было громко. Прошу прощения. Прошу прощения, это было громко. Ты что здесь делаешь, пернуки? Если возьмете с собой слишком много вещей, вы станете нагружены, что заменит вашу работу и снизит восстановление. Я понятно и так, пернатый. Но это же. Но это же на поверхности. Так. Где этот темный лес? Ну вот где? Ну вот где? Чё за камни? Чё за камни? Чё за изгородь? Что здесь? Где я? Я иду по ветру, меня животные унюхают. Это же движение направления ветра, так понимаю, да? Так, еще какие-то камни. Ну, мы такие штуки уже видели. Короче, бежим прямо. Не знаю, хорошая ты идея, нет, хорошая, нет. Блин, карта огромная просто. Огромная. Это все еще луга. Я слышал людей. Это все еще луга. Нифига себе! Пошел от нахрен. Я так не играю. Я ухожу. Все. Нет, не пиши, не звони мне. Я ухожу. Туда мне рано, я понял. Ладно, одного мы заберем. Одного мы потянем. Чё у тебя? Обломки костей. Так, не-не, второго мы не вытащим. Все, валим обратно. Обратно. Бежим обратно. Бежим в другую сторону. Отстань. Там была изба у реки. Мне кажется, это хороший вариант. Там как раз-таки кремний был. Наверное, но все-таки там нужно сделать следующую остановку. Блин, я к чаю тянусь, чая нет, воду пью. Пью эту водичку, блин. Но это по-любому туда. Да, темный лес, мне кажется, там. Потому что эти, видите, зелененький красивенький, это темненький, страшненький. Поэтому, блин, я не знаю. Я не знаю. Блин, достал. Ладно, нам нужно в темный лес. Мы это запомнили. Значит, нам сейчас нужно найти спальное место, койко-место. Нам сейчас нужно поставить там верстак, кровать, лечь спать. Я видел одно такое место. Вот где-то здесь. Блин, нам реально в ту сторону получается. Нам реально в ту сторону, ребят. Похоже, реально. Либо туда, либо сюда, либо туда, либо сюда. Короче, давайте где-нибудь здесь остановимся. Вот тут я вижу хорошее место. Нам нужно место без камней. А без камней получится или не получится?
Вроде получится. Нет, фиг получится. А я могу строить здесь как в Майнкрафте вверх? Ну, типа, поставил одну и вверх строишь. Во! Глазомер включаем. Криво. Ну, блин, в принципе, я думаю, нам этого достаточно. Да. Верстак. Сюда. Ты мне нужен. Верстак. Верстак? Ты где? Все. Чего ты не хочешь? Давай сюда. Отлично. Начнем с пола. Начнем с пола нашего теплого дома. Так, уйди. Уйди. Верстак. Как бы нам... О. Так. 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 Хорошо-то как получается. Смотрите. А я понял, как это все делается. Так, продолжаем. Я думаю, 3 на 3 нам хватит. Давайте вот... чтобы вот на всякий случай было много места... Мало ли, что мне потом взбредет в голову. Все, стены. Дерево есть? Что-то есть. Так, двери, деревянная стена. И крыша. Наклонная. Соломенная. Верстак, ты переезжаешь. Ты переехал? Переехал. Верстак, сюда. Вот так вот. Так, кострище надо бы сделать, да? Только не спали мне здесь все, пожалуйста. А, то есть ты вот так не хочешь, да? Тогда, а у нас... Ага. Не понимать, как ты тут ставишься. Блин, ладно. Вот так, огонь будет рядом, нам будет тепло. Дальше. Шашлык-машлык, чтобы вообще, чтобы можно было жрать, готовить. Давай, ставься, ставься. Все, поставилось. Так, выходим, кидаем. Готовься. Отлично. Слушайте, начинаем развиваться потихонечку. Потихонечку начинаем. Блин, это серия. Я думаю, я сейчас сразу пойду следующую записывать. Прям вот чувствую. Так. Черт. Я забыл, что я делал. Так, дальше. Верстак. Это есть строительство. Так. Деревянные ворота. Нет, ворота нельзя. Нужны стены. Стены, 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 стены. Я боюсь, нужны стены. Так. Так. Ага, дерево кончилось. Прикольно. Мебель. Так, ну ковер мне нафиг не вперся. Это тоже. Пошли за деревом по буренькому, я думаю. Сейчас накидаемся так, малеха. Раз. Два. Хорош. А что так долго древесина собирается? Мне вот интересно. Это что, я так вот мучиться бегать, что ли, ради стен и всего остального? Ну-ка, иди-ка сюда, дерево. Сейчас посмотрим. Я что, такой семена бука взял, что ли, когда срубил дерево? Ну ты даешь, игра. Стой, подожди. Или нет? Я вижу то, что оно упало. Рубка древесины 13 левел, пацаны. Ща мы его разрубим, срубим, будет вообще красота. Так, отлично. А потом оно еще меньше станет и еще, да? Рубись, блин.
Не, ну в принципе, вариант. Но у меня что-то урон маленький. Кремниевый, конечно, был бы получше. Но у меня кремния вообще нема. Так, а это мы можем разрубить? Да, смотри, проросшее тоже можем. Тоже сейчас будет у нас дерево. Доделаем домик. Так, отлично, это отлично. Это хорошо. Так, у нас ничего не сгорит. Так, иди-ка сюда. Так, дверка. Откройся. Ну откройся! Ладно, пофиг. Так, а как тут-то крышу-то делать, а? Ты что, прикалываешься? То есть ты хочешь сказать, что должно быть так? Игра, ты ничего не путаешь? Ай, хорошо, хорошо. А дальше что делать-то? А как мне построить-то? Как? Я не понимать. То есть ты хочешь... Ладно, дом у нас, ну, так себе, зато свой. Без всяких там папа, мама или как там говорится. А, о, то есть так ты можно тебя сделать еще, да? Но это мы потом сделаем. Так, спальное местечко нам надо. Где? Мебель. Все, спальник вот сюда вот. Да. Фух, друзья. Нам бы... Как крышу сделать ровно? А может пол? Это глупая затея, я знаю, но... Может, сработает? Да! Отлично! Сносим. Тут как быть с дверью? Вопрос, как бы... А, вот так. Все. Она не нужна. Так. Опа! Эй! Ты чё? Ты можешь построиться? Вот. И пошел пол. Пол. Блин, еще дерево надо. Ладно, еще один заход. Что бок зачесался. Так, вот, я вижу это от дерева. Нужно доделать дом, ребят. Чтобы было все суперски. Мы это срубим, интересно. Угу. Нужен инструмент получше. Ой, мне так одному знакомому говорили, знаете ли. Ладно, соберем это. Хоть сколько-то у нас должно получиться. А у нас там пожара не будет, кстати, из-за того, что закрыто. Давай, ну руби ты, чё ты? Восстанавливай свою выносливость. Сколько можно ее тратить? Ты же, блин, столько бегал, столько прыгал, вон. Эктюра загасила, и ты вот не можешь, хочешь сказать, нормально передвигаться? Стыд и срал. Так, пошли. А как вот эту часть закрывать? Мне интересно. Так. А, нужно починить, я помню. А чего оно ломается, собственно, не подскажете? Ой, небо красивое. Небо шикарное. Так, а мы можем сюда как-нибудь? Нет, не можем. Короче, укрытие есть? А почему укрытия нет?
Вы что, серьезно сейчас? Мы тут по градусам сейчас будем еще. О, это надолго. Это надолго. По-хорошему нужно его оставить лишь поспать. Короче, временное убежище у нас есть. Кстати, жертва, жертва, это важно. Жертва у нас есть готовая. Нужно поставить еще. Мы много животных собрали себе на мясо. В общем, друзья, на этом давайте, пожалуй, будем заканчивать, потому что что-то как-то... Тут что-то как-то... Что, дышать, что ли, нечем? Там прям вот... Вот это вообще нехорошо. Задымило, конечно. Конечно, да. Видно, за километр воняет. Там, не помер от угарного газа. В общем, друзья, на этом мы с вами заканчиваем эту серию. Да, дальше будет больше, дальше будет лучше. Почему там какая-то тень дергается? В общем, да, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист с этой игрой. И еще со многими другими играми, такие как, ну, вы увидите в описании, друзья. Также ссылочки на социальные сети, Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.